Всем привет. Просили приготовить что-нибудь из грибов. Поехал в лес, насобирал грибов и будем готовить супчик. Итак, поехали. Для начала добываем огонь, ставим казан и занимаемся грибами. Нарезаем наши грибочки, смотрим, червивые, не червивые, отправляем в воду, чтобы помыть, и дальше их отварим. Нарезаем наши грибочки, ждем, пока закипит вода. Вода у нас уже кипит. Забрасываем грибы и варим как минимум 15 минут. А пока у нас есть 15 минут времени, нарезаем поменьше филе куриное, картофель и лук. Все в произвольной форме. Картошку, лук и филе можно все скинуть в одну тару для экономии места. Пока мы там нарезали, у нас сварились грибы. Перекладываем в тару, моем казан и продолжаем готовить. Казан помыли, добавляем чуть-чуть растительного масла и сливочного тоже чуть-чуть, после чего обжариваем наши грибы. Грибы обжарили, часть снимаем. Столько хватит. Затем добавляем то, что мы нарезали, картофель, лук и филе. И заливаем это все водой. Оставляем на минут 20-25 от силы. Пока варится наш супчик, нарежем батон на кубики и немножко его обсушим. Прошло 25 минут, добавляем чуть-чуть соли, приправки и черного перца. После чего берем блендер и взбиваем это все. После того, как взбили, добавляем грибы, которые обжарили в начале. Перемешиваем, и наш супчик готов. Чуть не забыл самое главное, в конце добавить еще кусочек масла. Теперь наш суп точно готов. Обязательно надо пробовать со сметанкой. Насыщенный грибной вкус. Просто очень вкусно. Готовьте, пробуйте, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!